Меня зовут Максим, я компания продажный менеджер компании HikVision. Значит, на Mips HikVision выпустили новые модели IP-камеры. Значит, 5 мегапикселей, название DS-20D-886-6MFI-I. Самое максимальное разрешение это 9520 умножить на 1960. Сейчас вам покажу видео и посмотрим. Сейчас вот это на экран покажу все, вот это 5-мегапиксельное видео. И сейчас вам покажу параметры, как настроить. Значит, здесь можно изменить все функции, то, что вот это разрешение, качество. Соответственно, выставить максимальное разрешение. Да, максимально. А правда, что у этой камеры есть поддержка Full HD HDMI? Да. То есть можно подключить телевизор HDMI? Да, HDMI. Через HDMI можно подключить телевизор. А, соответственно, 25 кадров она получается в каком разрешении? 25 кадров, он показатель, что только 1960 умножить на 1600. Но максимальное разрешение только 8 кадров в секунду. А формат записи какой поддерживается? Формат записи, значит, три формата. HikVision H264 и стандарт H264, еще MPEG-4. Спасибо, Максим.